Добрый вечер. Здравствуйте. Коллектив под названием «Cuerdas del Alma». Гитарист Александр Гайдук. Он настраивает гитару, потому что в момент, когда он вышел из гримерки на сцену, очень-очень резко изменилась температура окружающей среды вокруг его гитары. И сразу строй уплыл, поскольку здесь светят софиты. И вот, ну, к сожалению, акустическая гитара требует таких вот мероприятий довольно часто. Настраивает он ее сегодня, я думаю, не последний раз. Вот. Вот он умеет разговаривать, даже когда сифилия у него в зубах. Мы сегодня собрались не просто так. Причин и поводов для этого концерта предостаточно. Одна из них, или один из них, вот этот вот юноша, который наконец настроил гитару, и сейчас вот он, да, достал сихилию, прицепляю. У него день рождения. Ну, не сегодня, но вот будем считать, что сегодня. Вот он сегодня будет играть вот так, как будто он сегодня родился. Вот думайте, это так хорошо или это так, как это так, в общем, вот так вот у него получится сегодня. Вот. Если серьезно, он является автором практически всех произведений музыкальных, которые есть в репертуаре этой группы. Он интерпретировал народный материал, ну, который нельзя сказать, что он его сочинил, но он таким образом скомпоновал, таким образом обработал народный материал, что, в общем-то, вполне можно сказать, что автор этого народного материала тоже он. Вот, думайтесь, автор испанской народной музыки Александр Гайдук. Вот. Как это не продолжали, да. Мария Жаркова. У нее дня рождения сегодня нет. Но, тем не менее... В общем, что тут говорить, все понятно. Потом вы еще увидите танцовщицу. То гитара расстроится, да, опять перегреется. Еще будет танцовщица, вот, но не сразу. Начинаем мы с песни, жанр continuous, жанр очень светлый, очень позитивный, жанр, который был придуман в городе Кадис, а город Кадис — это на самом деле такое место сказочное. Там всегда хорошая погода, там всегда клюет, там всегда зеленая трава, золотое солнце, и, в общем, если когда-нибудь мы отсюда уедем, то мы уедем отсюда именно туда. Continuous. Поехали. Thank you.
Абсолютно. И, а при вас же мы уже не можем настраиваться. Поэтому всегда вот в этот момент, первый момент, когда приходят музыканты на сцену, сидят уже зрители, происходят какие-то изменения. И некоторые стесняются об этом сказать прямо во время концерта. А, и так сыграем. И мучаются потом весь концерт. А мы... Да, но поскольку... Да, у него день рождения, то он сегодня не стесняется. Следующий номер – это танец... под названием «Гуахира». Это, в двух словах расскажу о том, что это такое. Вообще «Гуахира» — это название коренного населения «Гуахиро», название коренного населения острова Кубы, которых сейчас уже в живых не осталось ни одного человека. Потому что, когда Кубу колонизировали испанцы и туда привезли чернокожих рабов из Африки, то они очень быстро расправились там со всеми абсолютно. Но музыка осталась, и гуахира — это жанр, в общем-то, афрокубинский и латиноамериканский.
И когда испанцы его услышали и все это увидели, они решили, что это все очень подходит по духу и соответствует музыке фламенко. И это дело присвоили. И так зародился целый класс жанров, который называется «Ида и Уэльта». То есть ушли и вернулись, когда они туда-сюда ездили, они оттуда все это привозили. Вот. И, в общем-то, даже мало кто теперь знает, но только вы, конечно, знаете сейчас, если кто не знает, сейчас узнаете, что, например, румба и Gypsy Kings, и гуахиры, вот эти вот все, это не настоящие фламенковые, не коренные фламенковые жанры, а заимствованные из Латинской Америки. Вот, а мы заимствовали, в свою очередь, уже готовый вариант. И Александр Гайдук, у которого сегодня день рождения, все это превратил в музыку. А Ольга превратила это все в танец. Гуахиры. Thank you.
Thank you.
следующий номер – песня в жанре фанданго. Фанданго – это один из двух жанров, самых древних, самых старинных, самых основных, из которых произошло все разнообразие и многообразие, и вся вот эта красота под названием фламенко. Фанданго. Вот-вот-вот, да, вот у него. От скорости игры тоже зависит степень расстроенности гитары после этого. Еще можно мне прибрать монитор? Что ж такое? Она просто по ходу концерта поет все громче. И поэтому нужно ее делать все тише. Ну что же, давай, давай, уже, давай. Угу, фонтанка. Thank you.
Музыки, которая является живой, не такой какой-то музейный экспонат, как некоторые жанры сейчас уже стали, а в момент, когда искусство живое, и, соответственно, всякий исполнитель, всякий автор. Ну, как пример могу рассказать, у меня есть знакомый в Сенегале, который однажды на полном серьезе мне сказал: «Смотри, — говорит, — какой замечательный старинный народный ритм». Я, говорит, его в прошлом году придумал. И он абсолютно прав, потому что он себя считает частью народа. И все, что он придумывает, это все равно народная музыка. Александр Гайдук является частью испанского народа. Помимо того, что он является частью русского народа. И, не знаю, украинского народа, каких там еще народов, но и частью испанского народа. Потому что он внес очень большой вклад в развитие музыки фламенко, то есть в развитие испанской народной музыки. Один из примеров и один из результатов его деятельности на этом поприще, одно из вложений, да, это композиция инструментальная в жанре булерия. Булерия – это самый модный сейчас и самый распространенный такой, скажем так, острие фламенковой моды. Все играют булерии, все их сочиняют, вообще все, даже я. Хоть я на гитаре не играю, не пою, но булерии сочиняю тоже. Когда-нибудь вы это услышите. А сейчас булерис, который сочинил Александр Гайдук целиком и полностью от первой до последней ноты. Что? Да, у них там свое, а у нас булерис. Thank you.
Ну, ничего так. Вот такой вклад, в общем, даже испанцы, хотя они, конечно, все, в особенности цыгане испанские, они считают, что никто, кроме них, ничего по фламенко не понимает, никогда не поймет, никогда не научится, и все это вторично. Даже они, послушав это, ну, естественно, они не сказали, что... Ну так, в общем, зависть в их глазах некоторое присутствовало. Да, и, кстати, вот такой факт, сейчас уже можно о нем говорить. Тогда было нельзя. Есть испанские танцоры, настоящие, которые, ну, не такие не игрушечные откуда-нибудь из Пуэрто-Рико, а прям испанские, вот цыгане, которые выступают и в качестве фонограммы используют произведение, сочиненное Александром Гайдуком. Вот. Пока что. А у него права-то все выкуплены. У него-то все схвачено. И поэтому пока что мы, грубо говоря, баллы набираем, никого к суду не привлекаем. Пусть пока танцуют. Но когда-нибудь. Когда накопится. Вот. А дальше у нас будет перерыв, но перед перерывом будет еще один танец в жанре солеопор булерия. Об этом жанре ничего рассказывать не буду, очень все запутано, очень все сложно, и лучше просто посмотрите. Солеопор булерия. Что там за обсуждение? Не хотите солеопор булерия? Надо. Thank you.
Куэрдас де Ляйба, Александр Гайдук, Мария Жаркова, Ольга Самойлова. А у нас перерыв. Спасибо. И поскольку такое настроение у них, то первым номером второго отделения будет песня в жанре колумбиана. Это еще один жанр, заимствованный из Латинской Америки. Ну, собственно, по названию понятно, колумбиана, слово «Колумбия». Вот такое вот колумбийское моментка. Поехали. Thank you.
такое фламенко в Колумбии было, пока его не утащили цыгане, и теперь оно такое в Испании. А теперь танец в жанре аллегрия. Собственно, аллегрия — это, ну, как бы жанр тот же самый, что и та песня «Кантинья», которая открывала наш концерт. Все придумано там же, настроение абсолютно то же, но только танец. Какие-то сигналы, тайные знаки. Что делать? По ящику? Ну, еще раз. Прекрасно. Вот он проверяет. Аллегрия, собственно, да. Ольга уже готова. Поехали.
Thank you.
игре, Ольга Самойлова. Спасибо, спасибо. Следующий номер песня в жанре Фарука. Жанр, предположительно, пришел в Андалусию из Галисии. Это такая провинция Испании, которая изначально была населена кельтами. И музыка там совершенно другая, в общем-то. Она ближе к музыке ирландской и французской. Но вот, конечно, цыгане не были бы цыганами, если бы не позаимствовали что-нибудь и оттуда. Фарука. В общем, это тот жанр, который, ну, заслышав который, все прекрасно понимают, что цыгане во всем мире – это, в общем-то, одни и те же люди. И неважно, цыгане эти испанские, балканские, индийские или, я не знаю, челябинские. Цыгане везде одни и те же. И музыка. Что? Вот. Мы цыгане челябинские, а музыка у нас такая же абсолютно. И та же самая, что и у цыган всех остальных. Поехали, Фарука. Алло. Да. И, кстати, Фарука – это также целиком и полностью, несмотря на то, что жанр этот старинный. Что жанр этот старинный и традиционный, он тоже от первой до последней ноты сочинен великим цыганом Александром Гайдуком. Великим челябинским цыганом Александром Гайдуком. Да, и, кстати, это та самая композиция, под которую испанский цыган танцует, никакой благодарности при этом не испытывая к автору. Thank you.
настоящие челябинские цыгане. А пока он настроит гитару, очень коротко расскажу про следующий номер. Тангос – это жанр, который, в общем, по своему смыслу, по социальному посылу идентичен практически нашим деревенским частушкам. Но только имеет чуть более такую как бы структуру четкую. А так, в общем, смысл тот же самый. Коротенькие куплеты, смысл которых частенько таков, что их даже стыдно написать на бумаге и издать в какой-либо книге. Сплошные многоточия. И вот этот жанр также может быть инструментальным, музыкальным, песенным и танцевальным. И сейчас очень-очень длинный танец у нас будет. И он будет, и в нем будут все его составляющие возможные. И все куплеты самые-самые модные в этом году в Испании. Из последней коллекции тангосов, да. Вот если кто поедет на фестиваль Биеннале в этом году, там вы это все услышите. Но сначала вы это все услышите здесь. Вот, вы услышите самые новые, самые модные фальсеты. Фальсеты – это соло гитариста, как раз то, что придумывает Александр Гайдук постоянно, каждый день. Вот. Ну и, естественно, в конце все это будет сопровождаться танцем. Поехали, тангос. Перерастет в, собственно, то, во что обычно перерастают в деревне после 4-5 часов исполнения частушки. Thank you.
Thank you.
принципе, вот если даже могу показать, в программе больше ничего нет. Александр Гайдух может считать себя поздравленным с днем рождения. С нашей стороны. Дальше действовать будете вы. В качестве предложения такого тайного, которое никто не услышит, можете, те, кто хочет, и те, кто умеет, исполнить для Александра Гайдуха, например, Севильяну. А мы вам ее сыграем. Это я к тому, что сейчас, значит, как таковой фиесты традиционно у нас не будет. Но поскольку Гайдух поздравлен, уже что скакать. Группа Cuerdas del Alma. Ольга Самойлова. Мария Жаркова. Кирилл Рассалима. И кто? Ну, правильно, Александр Гайдух. Так, вот там уже желающие поздравить построились. Я образовалась очередь, идите сюда. Я надеюсь, что вы разберетесь, кто куда чего. Так, вот они, кто? Еще все? Две пары. Так. Не сиди, что? Гайдука поздравляем, не хватит сидеть, я сейчас тоже пойду. Поехали, Севильяна. А в каком темпе, какой тональности начинается? Поехали. Thank you.
Спасибо. Окей. Еще раз представляю коллектив Cuerdas del Alma. Ольга Самойлова. Оле-оле. Александр Гайдук. Мария Жаркова. Моя фамилия Расталима. Cuerdas del Alma. Этот концерт был у нас последним в этом сезоне. Теперь мы отправляемся отдыхать. Мы посетим все те города, о которых я сегодня рассказывал, все те страны, все те города, да, ну, за исключением Челябинска, естественно. Мы поедем в Кадис, мы поедем в Пуэрто-Рико, везде мы поедем, в Челябинск не поедем. Вот, а когда мы вернемся, это случится, наверное, примерно в августе, у нас опять будет концерт, и опять вы придете, и опять мы будем рассказывать, как мы ездили и что мы сочинили. Спасибо вам огромное, что вы сегодня пришли. Спасибо девушкам, которые поддержали нас на Северяне. Удачного вам тоже отдыха в течение лета, в течение осени, а также в течение зимы, следующего лета и так далее. В общем, будьте счастливы. А мы тоже будем счастливы. Пока. Спасибо.